Самое время поиграть с огнем. Открываем сезон барбекю, накаляем обстановку у гриля и фантазируем о самых топовых маринадах. Кто-то считает, что мучить ими качественное мясо не стоит, но если не перемудрить, даже самый скромный продукт заиграет богатым вкусом. Начинающим гриль-мастерам для первых опытов стоит опасаться телятины. Уж очень она любит телячьей же нежности и тонкий подход. Есть стереотип, что чем больше мяса маринуется, тем оно будет вкуснее. Это абсолютно неправильно, потому что, используя какие-то агрессивные продукты, типа киви для размягчения мяса, можно просто разложить мясо на молекулы и его уже ничем не спасти. Кислота расщепляет волокна довольно быстро. Вино, бальзамик, тертое яблоко, цитрусы – жесткие ребята. На кило мяса достаточно сока одного лимона. Плюс цедра, оливковое масло, чеснок и свежая зелень – получается универсальная комбинация под названием гримолата. Смягчающие ферменты есть также в имбире и йогурте. Молотые пряности могут подгореть и придать горчинку, так что их лучше добавить уже перед подачей. Для мяса птицы и для рыбы очень хорошо подходит ананасовый маринад. А свинина, ну это классика, это луковое пюре, горчичка, соль, перец. То есть там сильно издеваться не надо над ним. Постное дружит с маслами и пряностями, пастами карри, мисо и васаби. Рыба обожает соевый соус. Чем больше в куске жира, тем меньше маринада ему нужно и по количеству, и по времени. Морепродуктам достаточно 5 минут курицы, от 10 минут в тепле до 12 часов в холоде. Мясо может томиться в маринаде до суток. Если его мы будем держать в более холодном месте, в холодильнике, либо там где-то еще на улице, на веранде, когда ночью отрицательная температура, то в любом случае оно будет дольше мариноваться. При комнатной температуре маринад работает сильнее. Самый для меня приемлемый маринад – это лук, помидоры, красный базилик. Можно пойти дальше и замешать густую обволакивающую подливку – кленово-апельсиновую или, как мы попробовали, азиатский вариант с темным пивом, соевым соусом, чили и кукурузным крахмалом. Как вариант, можно продегустировать по-новому коктейль виски-кола. Там содержится некоторое количество кислот. Там содержится большое количество сахара, оно как раз вот некое подобие глазури создает. Ну и, собственно, пузырьки углекислого газа, они именно волокна размягчают. Виски придает именно такой дымный аромат. Для того, чтобы глазировать рыбу или мясо на барбекю, необходимо взять мед, соевый соус. Если рыба – это белое вино, если мясо – это красное вино. Все это перемешать и в процессе приготовления раз в 5-10 минут промазывать мясо либо рыбу этим составом и переворачивать. Можно, да, связать розмарин, тимьян, лемонграсс, все в пучок и этим всем промазывать мясо. Яркие композиции на шампурах, где мясо соседствует с овощами, это из области инстаграм-фантастики. Лук, помидорки и перец попросту сгорят, их лучше закладывать отдельно. Помните, что мясо с костями готовится дольше, а если у вас в планах готовить на деревянных шпажках, нужно вымочить их в воде около часа. Приготовление еды на огне – это не дикость, а целая наука, и мы продолжим со вкусом вас просвещать.